репертуаре коллектива «Виктория» танцы народов мира. За 3 года, пока существует ансамбль, ребята научились исполнять русскую плясовую, сиртаки и испанское фламенко. Юные танцоры на равных с коллективами «Армавира» выступают в городских и краевых конкурсах. Заняли призовые места в Евпатории и Волгограде. И вот теперь готовят конкурсную программу для поездки в Москву. Выйти на уровень конкурсов – это очень сложно, тем более нашим детям. Это огромный рывок в нашем направлении, просто колоссальная возможность узнать много нового, познакомиться с новыми людьми, с хореографами. Там будут проводиться мастер-классы. Я очень хочу, чтобы наши ребята посетили мастер-классы. Вообще мы стали недавно ездить на конкурсы. Солистка ансамбля Галя Шадрина призналась, что без танца не может жить. Для девочки, так же, как и для прославленной танцовщицы Айсидоры Дункан, движение равно дыханию, без которого человек не может существовать. Я очень люблю танцевать. Я танцую с самого детства. Прихожу домой, я даже спать не могу лечь, пока я не потанцую. В этот раз программу выступления решили усложнить и разучивают аргентинское танго. Данная композиция изобилует довольно сложными поддержками и движениями, но поднятую планку нельзя опускать, поэтому ребята стараются. Бывают такие моменты, когда ты начинаешь замечать, что у других ребят что-то получается, а у тебя нет. Ну и тогда начинаешь думать сразу, вот я там такой-сякой, у меня ничего не получается. И наш педагог Анастасия Сергеевна, она всегда нам помогает. Разучивая движение, научиться держать дистанцию во время танца, выполняя сложные постановочные фигуры, для слабовидящих ребят непросто. Каждый жест Данил и Сай, так же, как и другие участники коллектива, должен не только запомнить, но и почувствовать. Второй раз, два, третий сюда. Но ежедневные тренировки, упорство и труд до 7-го пота делают свое дело. Для этих ребят выход на сцену – это не только прикосновение к искусству танца, но и небольшая победа над собой. Одно дело – мах руки, ноги, а другое дело – это постановка корпуса в русских народных танцах. Идет работа в основном на слух. Приходится каждое движение объяснять вот по мельчайшим подробностям, развивать и тактильное. То есть вплоть до того, что я беру руки ребенка, кладу на себя и показываю, где, куда ногу, куда стопу вывернуть и как поставить корпус. В январе ребята собираются поехать в Москву на всероссийский конкурс «Московское время». Они очень надеются, что сбудется давняя мечта увидеть столицу и показать себя на столь высоком уровне. Как известно, талантам надо помогать, поэтому коллектив «Виктория» благодарит всех неравнодушных людей, которые оказывают посильную помощь. Лариса Юровская, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».